Бывший командующий армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян сегодня принял участие в заседании комиссии Национального собрания по расследованию 44-дневной войны. «Они пригласили меня, и я согласился прийти и ответить на вопросы», — сказал Бабаян журналистам. Завтрашнее заседание пограничных комиссий Армении и Азербайджана пройдет на ичуванском и казахском участках армяно-азербайджанской границы. Как сообщили в аппарате вице-премьера Мэра Григоряна, на встрече примут участие не только вице-премьеры двух стран, но и другие члены комиссии. Мэрия Еревана предлагает с 2024 года установить плату за парковку автомобилей в центре столицы на уровне 160 тысяч драмов в год. Отмечается, что в основе инициативы лежит задача разгрузить центр города.